Лучших из лучших. По сложившейся традиции мы чествуем лауреатов городской премии имени Дуван по итогам 2021 года. Хочу пожелать вам, конечно же, реализации намеченных планов. Вы действительно своим трудом создали такие шедевры настоящие, которые поистину прославляют наш город Евпатория. Евпаторию не только в Крыму, я думаю, и в России, и даже, я думаю, за рубежом и в мире, потому что такие работы, которые сегодня мы заслуженно увидели и награждаем наших лауреатов, это действительно, ну, я не знаю, шедевры мирового значения. Хочу пожелать вам творческих успехов. Обязательно хорошего настроения. Обязательно, чтобы, просыпаясь, каждый день вас радовал и вдохновлял вас на новые творческие проекты. Спасибо вам огромное. Я думаю, что весь город гордится такими людьми, как вы. Пожалуйста. Номинация «Архитектура и история родного края» по представлению Управления культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым за весомый личный творческий вклад в развитие культурного потенциала Евпатории награждается Захаров Леонид Петрович. Номинация «Вклад в развитие межнациональных отношений». Номинация «Вклад в развитие межнациональных отношений» по рекомендации общественной организации «Местная Альянска национально-культурная автономия городского округа Евпатории» за значительный вклад в развитие общей сокровищницы многонациональной культуры города Евпатории, сохранение традиций своего народа, духовного единства и патриотического воспитания молодежи награждается Склерун Александр Семенович. Я очень благодарен родному городу. Я очень благодарен всем вам за высокую оценку моей деятельности. Мой город дарит счастье материнства и пишет новую историю. Будь берегом надежды и единства, мой вечный город Евпатория. Благодарю. Популяризация истории города Евпатории. В номинации популяризации истории города Евпатории по предоставлению Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, религиозной организации «Православный приход» Свято-Египетского храма города Евпатории Республики Крым, Симферопольской и Крымской епархии, Евпаторийского городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, трудового коллектива автономной некоммерческой организации, профессионально-образовательной организации «Медицинский колледж Монада» за популяризацию города Евпатории, его исторического и культурного достояния, духовности и культуры награждается поддержки города очень тяжело работать. И когда ощущаешь ее от молодых людей до взрослых совершенно уже, умудренных жизнью, получаются иногда хорошие книги. И мы все вместе с штабом архитектора Генриха популяризируем историю родного города. И в ответ я могу только ответить вот за это все, что вам сказать. Служу Евпатории! Словами Семена Эдоровича Дувана. Вместе с вами я люблю Евпаторию. Люблю так горячо, как только можно любить Родину. Я подумала, Эмма. Все годы, если бы не было, это было.